So, hello there. My name is Lee and I'm English and I plan to record a number of videos of me speaking Russian. Russian's a language that I've learnt and I'm going to talk about a range of topics. As today is the first video, I'm going to keep it, fairly light and just talk about general things about myself, such as, where I'm from, my hobbies, a bit about my family, where I currently live, and I suppose the big question really, why Russian? Why did I learn Russian? There's no real reason for me doing this. It's just kind of, I don't know, for myself really. Hopefully you'll find it interesting. I suppose if you're a native British speaker, or a native English speaker like myself, and you do speak Russian, then you may find it interesting to sort of compare your level of Russian to mine. If you're a native Russian speaker, then you may find it interesting to hear how, a British person speaks your language. But please don't laugh. Without any further ado, I'm gonna, start speaking Russian. Okay, so here goes. One, two, three. Здравствуйте, меня зовут Ли. Я англичанин. Я с Лондона. Вы, конечно, знаете Лондон, потому что Лондон это вот наша столица и один из, самых известных, городов в мире. Вот, я там родился, там наш дом. Да. Вот. Мне 27 лет. У меня еще два братишки. Вот, мои братишки, им 24 года и 23 года, если не ошибаюсь. У меня еще мама, папа. Вот. Наш дом в Лондоне. Если вы хорошо знаете Лондон, то, может, вы знаете наш мой район. Это Харро. Харро находится на северо-западе в Лондоне. Вот. А теперь я хочу болтать про свой хобби. Вот, мой хобби это футбол. Это, наверное, не сюрприз, потому что у нас футбол это очень-очень-очень-очень важно, очень популярный. Даже можно сказать, что это как наша религия. Вот, я сам футбол играю, хотя только любительский, потому что стать профессионалом это очень сложно. Нужно очень хорошо играть. Я играл за наш спортивный команду университет. И вот каждое воскресенье я играл, но уже не играю, потому что я в Англии не живу. Но я попозже поговорю об этом, хорошо? Кроме футбола, я люблю путешествовать. Я в 37 стран бывал. 37 и 38, даже не помню. Но сегодня я не буду обсуждать эту тему. Сейчас я живу в Казахстане. Да, вы правильно слышали меня. Я живу в Казахстане. Я живу на южный город, на южном городе, Чимкент. Может, вы знаете этот город? Это, конечно, не так известно, как Лондон, но это третий город в Республике Казахстан. Наверное, самый главный вопрос у вас – это зачем мне русский? Вот, короче,
когда я учился в университете в Англии, вот мне было 18-19 лет, у меня была возможность сделать обмен. Мне дали список с многих разных университетов в Европе. И я решил сделать обмен в Латвии, потому что там же интересно. Я никогда не был в Восточной Европе. И я думал, ну давай, почему нет? Я вообще русский не знал. Я не мог читать на русском даже. Буквы, цирюльские буквы вообще не знакомы. Я только знал английский язык, свой родной язык. И, короче говоря, вот я полетел в Латвию. Там я жил 3 месяца или 3,5. Это был только обмен, был только один семестр. Но в это же время я поехал в Санкт-Петербург на 3 дня, потому что я хотел там посмотреть в России. И Россия же рядом, в Латвии. И Санкт-Петербург вообще недалеко от Риги. Вот я спокойно туда ехал на автобусе. Я уехал вечером и приехал в Питер утро. И я сразу влюбился в город. Там вообще классно было. Там вот такой шикарный город. Там вообще не как в Латвии, там не как Европа, там что-то другое. Там просто сразу влюбился, честно говоря. Но у меня была большая проблема. Я не мог читать на русском. Когда я ехал на метро, там ничего не понятно было, там все на русском языке. Там все люди разговаривали на русском. Неудобно было. И хотя я там был только 3 дня, я решил учить русский язык сразу. И в этот же день, тот же день, я пошел в этот интернет-кафе на Невском проспекте. И там я начал учить русский язык. Ну, не язык, просто алфавит. Уже в конце дня я уже мог немножко только читать на русском. Это было начало. А после Питера я вернулся сначала в Латвию, а потом в Англии. А когда я вернулся, записал на курс русского языка в какой-то, центр, курс. Но это было не так хорошо, только раз в неделю на 1,5 часа. Да, я бы сказал, не полезно было. Ну, лучше, чем ничего. Поэтому я учу русский благодаря Санкт-Петербургу, если честно. Просто влюбился в город и решил учить русский язык. Это все на сегодня. Следующее видео будет про другой тема. Хорошо? Спасибо. До свидания.